Так, все, домой собираемся, убираемся. Обстановка по воде. В пятницу вечером приехали. Уровень воды был вот здесь. Вот за два дня, как вода ушла. Если по вертикали смотреть, ну, примерно сантиметров 30, наверное. Может, даже 40. В итоге вот такой жижи. Все, слеповались. Температура воды уже... Сколько там? 23. 23, 23,5 показывало. Вода начала стыть, остывать. Ночь сейчас прохладная. Такая обстановка. Судак на джиг никак не берет. На тюльку. Даже на тюльку не берет. На троллинг судак и щука клюет. Не знаю, может из-за того, что воблера шумные. Может, как разразнители работают. Вот такой факт. На троллинг нормально отловился.